Подозрительный дым валил накануне из труб завода «Сибэлектромотор». Его заметил томский эколог Сергей Фишман и снял на камеру. Он считает, выбросы из завода вредят окружающей среде и людям. 20 сентября в районе 7-8 вечера, проходя по улице Енисейской, я заметил черный дым со стороны цехов «Сибэлектромотора». Подумал, что что-то случилось там. Подумал, просто пожар, потому что очень уж сильное черное облако было оттуда. А я живу в этом районе как раз. Если ветер дует на жилые кварталы, то невозможно открыть окошко, потому что пытаемся или уехать с этого в это время, или просто закрыть окна. Неприятный запах и пыль. Бывает, что и даже песочек какой-то на зубах хрустит. Такие же выбросы дыма Сергей видел несколько раз. Считает, это повод обратиться в прокуратуру. Собирается сделать это в ближайшее время, чтобы ведомство провело проверку на заводе. Руководство «Сибэлектромотора» уверяет, никакой опасности нет. Дым идет из труб одного из цехов литейного производства и никаких опасных примесей не содержит. Это продукт горения от производства формовочной смеси. Никто может не бояться этой смеси пара и мелких частичек песка.